В Афинах завершился международный кинофорум. Его целью было продвижение национальной греческой культуры и кинематографии. И в этот раз был побит рекорд. В программах участвовали 15 полнометражных и 78 короткометражных лент. Сегодня мы имеем дело с новым поколением режиссеров-постановщиков. Они гораздо более образованы в смежных сферах искусства и многому открыты. У них нет шор. Проблема в том, что иногда, точнее, часто их идеи не могут быть воплощены в жизнь по понятной причине. Нет денег, но мы намерены им помогать. Фильм «Сентябрь» Пэйни Панатупола – это иллюстрация слов руководителя форума. Картина была показана на нескольких ведущих фестивалях, в том числе в Гамбурге и Рейкьявике, и получил хорошие отзывы в прессе. Фильм «Лутон» появился с помощью и при поддержке программы, которая называется «Синефондасьон». Она работает в рамках фестиваля в Каннах. Мы отбираем ленты в программу по многим критериям, но один из них неизменен. Нам всегда хочется видеть индивидуальный почерк режиссера. Мы ищем тех, кто готов предложить свой взгляд на события, свой стиль изложения. Мы готовы простить порой некоторые несовершенства, лишь бы увидеть за фильмом личность автора. Только за последние 4 года греческая кинематография была отмечена на различных и весьма престижных форумах более чем 30 призов и премий. В числе почти каждой ленты – человек, его судьба, его жизнь, его счастье и несчастье. Несмотря на разные жанры и стили, кинематограф страны продолжает гуманистические традиции, имеющие корни в античной культуре.